Вот снимаю камерой Sony в отличный солнечный день. Народ собрался. Видать, ждут чего-то. Ну, некоторые уже, наверное, и ушли. Или просто гуляют. Разминаются. А кто-то уже стоит в трусах. Пора. Ну вот приближение у нее чуть-чуть лучше, вот со штатива, чем у Самсунга. Ну буквально, но это маленько буквально, то есть не в два раза, как они говорят. Вот. Та же самая панорама вот снята кинокамерой Sony или видеокамерой. Ну, те же самые рыбаки вот у нас. Вот. А вот рыбака он почему-то очень хорошо приближает. Я его полностью видел. Вижу, в смысле. То есть оптика все-таки лучше. Не оптика, а как приближение больше. Не намного, но больше. Вот я человека вижу полностью, детали его. Вот он. Вот еще один у нас. Что-то он там делает. Дырку, наверное, во льду прорыл своим буром. И пытается поймать рыбу. А может и поймал, кстати. Что-то поймал. Вон, так. Поймал что-то мелкое. Если штатив вообще не трогать, то камера автоматически резкость наводит. Ну, как бы не такая хорошая, допустим, как у Samsung, но она есть. Для удаления, то есть сейчас примерно до них метров 400, может. Что-то он там ловит. Молодца. Вот. А где же у нас еще? Вот, и у нас есть еще третий дядька, но он далеко сильно, вон он где-то тут. Он бродит сильно, ищет свою добычу, потому что стоят какие-то лунки. Вот, а сейчас уходит, то есть солнышко спряталось, и резкость уже не хочет. Ну-ка, еще. Еще. Я понял, трогать не нужно ничего. Она сама вон наводит. Вот, я вижу его, да? Вот он. Все, прекрасно. Ну, у него что-то сегодня, наверное, не судьба ему. Что-то он там делает. Вот такие вот съемки в Панасонике, в Самсунге у меня кончилась память, потому что я ее сегодняшний выезд
Я о нем, конечно, думал, но он как-то получился спонтанно. Вот такая вот у нас ТЭЦ. Ну, как у всех. В больших крупных городах, то есть вот на берегу реки стоит ТЭЦ. Вот. Ну, все, это центр, это город. Вот где-то вот так вот будет центр города. То есть, если смотреть... Попробуем сейчас вышку при тех же условиях поднять, посмотреть на вышку, на телевизионную вот башню нашу. Нужно наводить медленно. И потом не трогать, наверное. Вот если ее не трогаешь, она пытается настроиться. Вот, все. Это оптический предел. Живу к этой вышке, блин. Во. Вот так вот. Ну, в принципе, немного крупнее. То есть... Sony — это камера, которая нужна, она не работает на автомате, ей нужна вот ручная подстройка, ну и свет ей нужен, вот со светом проблемы, конечно. Вот все, что я увидел здесь, практически, то есть как будто я с ней рядом стою. Вот, а до нее километров 5, наверное. Вот такие вот опыты у нас оптические. Тренировки, так сказать, перед серьезными съемками. Ну и все. Пойду я еще погуляю, просто похожу. Вот. А завтра понедельник. Может быть, поеду. Сюда уже как бы на зарядку, только надо подготовиться. Вот. Для канала вот так вот.